В Сочи 5 вузов и 11 учреждений среднеспециального образования. Всего 7800 студентов разной формы обучения. Куратором групп глава города напомнил о молодом исполнителе теракта в Санкт-Петербурге и попросил педагогов лучше знать своих подопечных, чем они занимаются, где проводят свободное время, вместе с ними организовывать интересные мероприятия, чтобы у студентов не было времени на отчаянные поступки и контакты в неблагонадежной среде. Я бы очень хотел, чтобы все мы вместе одной командой понимали, что мне доверено воспитывать этого молодого человека. Его мне доверили родители, его мне доверила Родина. Вот так было. Нам надо действительно вот усилить ту работу, о которой мы говорили. Спорт, мероприятия, искусство, мероприятия событийные, те же дискотеки, без употребления спиртных, может быть, придумывать новые креативные какие-то дела. Также сегодня на встрече с представителями вузов глава Сочи подтвердил информацию о новом назначении Ольги Медведевой. Начальник Сочинского управления по образованию и науке станет исполняющей обязанности министра образования Краснодарского края.